Скажите, вы верите в любовь? Нет, конечно. Неожиданный вопрос, да? В ответ, вернее. Ответ парадоксальный, да, учитывая. Ну, серьезно, верите в любовь? Ну, я же ответил, что нет. Так, ладно. Отмечаете ли вы День Святого Валентина? Нет, не отмечаю, ни разу не отмечал. И даже жене валентинки не дарил. Она ничего? Ничего. Нет. Вы долго женаты? 10 лет. А любовь, с вашей точки зрения, нуждается в материальном подтверждении? Материально? Ну, немножечко так. В рамках приличия. У нас есть другой русский праздник в этот же день. Но только не Святого Валентина. Ой, если честно, я не помню, вот не помню, но не Святого Валентина. Ну, вообще, да, отмечаю, конечно. Подарки дарю жене и детям. Уже заготовили? Ну, пока нет, у меня еще время есть. По традиции мы с мужем откроем бутылочку шампанское, тортик. Уже не первый год в нашей школе проходит почта, которая посвящена Дню Святого Валентина. Туда дети какие-то открыточки сбрасывают, друг друга поздравляют с этим праздником. Все от 1 до 11 класса. Здорово. Да, вот мы такие молодцы. 34-я школа рулит. Вы верите в любовь? Да. А вы считаете, что любовь нуждается в материальных доказательствах, подарках? Can't buy me love, no. Everybody tell me so, Beatles пели. Любовь не купишь. Потрясающая цитата. Да. Скажите, а вы День Святого Валентина отмечаете? Обязательно. А что вы будете? Хотя мне 70 лет. Здорово. А что вы планируете? Я планирую читать книгу Алана Уотса «Путь дзен». Это такой символизм в День влюбленных? Да. Потому что там много объяснений таких. Помпанте ма позанте, жамапель Виталий. Жамапель Натали. Merci beaucoup. Вы будете отмечать День Святого Валентина? Конечно. А как? С подружкой буду. Что-то вы планируете, пойти куда-то или как-то? Да, погулять. Хорошо. А вы думаете, любовь нуждается в материальном подтверждении? Нет. То есть достаточно просто любви? Никакие подарки и знаки внимания? Это... Нет, ну знаки внимания, конечно, нужны. Но если у человека нет денег, ну как бы это не повод его не любить. А в чем тогда будет выражаться любовь? В заботе. Хорошо, спасибо. Скажите, а вы верите в любовь? Нет. Вы не верите в любовь? Нет. То есть и День Святого Валентина не ваш праздник? Нет. Можно я его обниму? Да. Нет.